Всем привет! Смотрите, какую книжку я привезла себе недавно из дома. Это сборник рецептур для предприятий общественного питания. Это, конечно, новое издание, но книга сама старая. Переиздание старого учебника для профессиональных поваров. Я искала рецепт котлет по ГОСТу. Вот он здесь написан. Сейчас мы с вами сделаем котлетки по ГОСТу из этой книги. Рецепт я вам оставлю под видео. Я буду делать двойную порцию. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получится. Ну вот и все, фарш готов. На одну часть говядины по весу я взяла половину свинины и 1/3 хлеба. Добавила яйца, соль, перец по вкусу и луковицу. Как я уже сказала, рецепт я вам оставлю под видео. Все это хорошенечко перемешиваем и будем жарить. Ну вот и все. Теперь я сформирую котлетки, обваляю их в муке и буду жарить на растительном масле. Но у меня есть один секрет. Вы его увидите в конце видео.
Ну и теперь самое главное. Я складываю котлеты в чугунную кастрюлю, сливаю весь выделившийся сок и остатки масла. Вот эти все обгоревшие кусочки, естественно, туда не идут. Плотно накрываю крышкой и довожу котлеты до готовности на очень медленном огне. Они как бы готовятся на пару, получаются нежнейшие и очень-очень сочные. Оставлю их на самом низком огне, примерно. У меня это тройка из 9. Оставлю их примерно на полчаса. Котлеты готовы. Посмотрите, как они набухли. Сейчас я вам покажу в разрезе. Ну и как же котлеты по ГОСТу без пюре? Посмотрите, какие получились котлеты. Посмотрите, прямо из них течет сок. Кое-кто там уже наворачивает. Вкусно, Артур? Угу. С полным ртом, это значит угу. Да. Вот смотрите, такие котлеты получились. Необыкновенные, очень пышные, очень сочные. Всем рекомендую.